Это корабль. Это ваш Дзержинский. Это ваш корабль, на котором вы плыли. Дзержинский, да, да, это он. Точно, совершенно. Но он же был трофейный. Да, он был Вагнер сначала. Вагнер назывался, немецкий. Вот такого Магадана вы не видели? Вот, например, вот. Нет, я его вообще мало помню. Вот, смотрите, вот как, такой вот. Я потом Магадан видела, но тоже не запомнила. Вход в шахту. Во-во-во-во-во-во. И видели, а это второй. Там все шахты вот так были. Вся сопка была перерыта. Тут штольня, там штольня. И до насыпь были. И вот когда отработано что-то, закладывали кирпичами и замораживали. Вот это, ой, ой, ой. Да как родное место. А вот по железной, по такой узкоколейке, что же у вас ходило там? Просто вручную двигали или как? Лошади были. Лошадка была слепая, потому что она там весь век свой отработала. Сейчас я вам ее покажу. Во, во-во-во-во-во. Да. Они уже были слепые, значит, они там до меня ослепли в этих в штольнях. И знаете, из чего они были? Из старых, из шин старых. Никто не спрашивал, какой номер. 43-й у всех. А вот каски еще, сейчас, секунду. Вот такие вот каски из папье-маше делали. Не помните такие? Вот у вас были? Вот. Нет, у нас таких не было. А вот очки делали. Ой, 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 вот тут вот это назад. Вниз, вниз. Так. Вот здесь был. Здесь было это самое перекрыто, и тут был электрик. Вот сверху вот этот же участок. О-о-о-о-о. Вот это то, что было. Вот, видели? Так. И сзади должна быть. И на лбу. И на лбу номер, и с правой стороны все правильно. Где вот это назывался распадок. В распадок спустишься, вот там вакханка была уже в распадке в этом. Да.